Интересная игра получилась с интересным и очень квалифицированным соперником. Не зря «Газовик» лидирует в нашей лиге. Мне понравился и накал борьбы, и как наши ребята выполняли установку, то, что от них просили. Были моменты и у той, и у другой команды. У вас побольше, у нас поменьше, но в таких играх все равно всегда решает 1-2 эпизода. Поблагодарил ребят. Ну, они все герои. Я не привык никого выделять, но да, Никита здорово сыграл. Соблюдение игровой дисциплины, бойцовские качества и выполнение тренерских установок.